Грипп является довольно опасным заболеванием, которое при отсутствии надлежащего лечения может привести к серьезным последствиям. Именно поэтому медицина разработала немало способов для предотвращения гриппа. И самым эффективным из них является вакцинация или в просторечии прививка. Эпидемиологи университетской клиники призывают привиться против гриппа уже сейчас. Несмотря на то, что ближайшая вспышка эпидемии гриппа ожидается только зимой, застраховать стоит себя уже сейчас и защитить свой организм даже от банальной простуды. На сегодняшний день привилось 3328 человек. Это 30% от нашего плана. Мы планируем привить 15120 человек в этом году. Необходимость прививки – важный момент в борьбе с эпидемией гриппа. Если вы переболели гриппом, не стоит тешить себя иллюзиями, что ваш организм имеет крепкий иммунитет против вызывающих заболевания вирусов. Ничто не защитит ваш организм лучше, чем современная вакцинация. Прививка действует в 80% случаев. Эффективность прививки рассчитана на 6-8 месяцев. Но нужно сказать, что вирус гриппа очень изменчив. Каждый год это мутирует и появляются новые патогенные штаммы. Вот в этом году Всемирная организация здравоохранения рекомендована трехвалентная вакцина, в которую входит штамм вируса гриппа А, H1N1, это птичий грипп в простонародье, штат Мичиган, штамм, тип гриппа А Сингапур, в отличие от прошлого года его не было, и тип гриппа Б – Колорадо. Адель Шамилова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.